Это итоговая программа «Неделя города» в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главные темы. Упали в Средневековье. В ходе земельных работ половина Рязани осталась без телевидения и интернета. Ушастый Новый год. Конкурсные работы рязанских школьников и дошколят появятся на городских елках. Наполняя смыслами. Для подростков в областном наркодиспансере запускают новую программу реабилитации. Практически на сутки Рязань погрузилась в Средневековье. Из-за аварии в коллекторе при проведении земляных работ без интернета и телевидения осталась большая часть города. Именно поэтому наш вечерний выпуск программы «День города» так и не вышел в эфир. А сегодня представители крупнейших провайдеров Рязани прокомментировали произошедшее. Эта линия, она вообще центральная на весь город, да? Получается. На Дашке. И в центр на Свободу. Погружение во тьму сигнала всех основных поставщиков связи произошло в районе 15 часов. Локализация заняла несколько минут, в итоге место разрыва установили с абсолютной точностью. Улица Татарская в районе Лазаревского кладбища. И практически сразу к месту порыва выдвинулись бригады ремонтников. Кто и чего там наворотил, стало известно чуть позднее. При производстве земельных работ спецтехникой был поврежден основной магистральный оптический кабель. Мы в результате этого лишились 96 оптических волокон, которые обеспечивали связь во всем городе. Отправили туда сразу несколько ремонтных бригад. То есть там было 2 монтажные бригады и 6 бригад оптических сварщиков. И, по сути, начали сразу восстановительные работы. Пытались проложить новый кабель под землей. Столкнулись с проблемой, что кабель там зажат в оптической канализации. Мы сейчас бросили временную схему по воздушке, чтобы хотя бы хоть как-то и как можно скорее восстановить интернет, телевидение для абонентов. Временную схему сейчас используют все поставщики связи, чей массивный кабель был перерезан. А на нем были завязаны сразу 4 поставщика связи. Картина произошедшего пока выглядит так. Какая-то компания производила работы методом горизонтально направленного бурения, проходила под дорогой и, соответственно, прямо снизу попала в нашу магистральную кабельную канализацию. Тем самым повредила и канализацию, и кабели, находившиеся там. Та самая какая-то компания уже установлена. По крайней мере, нами. Она действительно занимается бурением, но прокомментировать нам инцидент там сегодня отказались. Свое участие в компании не подтвердили, но и не опровергли. Вы могли бы комментарий дать по поводу инцидента возле Горбатого моста? К сожалению, я не могу вам сказать. Комментарий никаких не можете дать? Мы намеренно не называем эту контору, поскольку есть еще шанс на мирное урегулирование этой ситуации. Если же виновники пойдут, что называется, в отказ, точно будет иск на круглую сумму. Мы сейчас пытаемся определить виновных лиц, которые были ответственны за эту аварию, и будем подавать, наверное, в суд за возмещение и компенсацию ущерба. Службы наши юридические работают над тем, чтобы определить, кто исполнитель вот этих работ, которые попали нам. И, безусловно, будем готовить суд, если не удастся договориться с тем, кто производил работу. По нашим данным, сумма ущерба по каждому из 4 пострадавших поставщиков связи может составлять несколько сотен тысяч рублей. Слишком дорого обойдется замена кабеля и монтажные работы. Есть ли такие деньги у буровика-разрушителя? Большой вопрос. Тем временем сроки полного восстановления места порыва могут занять неделю. Новый год все ближе, а это, как известно, время подарков. В Управлении образования и молодежной политики городской администрации назвали имена лауреатов конкурса по изготовлению новогодних игрушек «Ушастый Новый год». Его проводили с 1 ноября по 2 декабря, а награждал победителей главный новогодний волшебник. Наверное, когда-нибудь придумают твердый молочный шоколад. Послушать историю появления шоколада в Рязани сегодня удостоен не каждый. На интерактивной экскурсии только победитель регионального конкурса по изготовлению новогодних игрушек «Ушастый Новый год». Конкурс придуман в этом году. Это конкурс для младших школьников и дошкольников по изготовлению новогодних игрушек. В этом году он называется в соответствии с животным, которое по восточному календарю это год кролика. У нас называется конкурс «Ушастый Новый год». Вопреки ожиданиям, что состязание все же детское, победить было не так уж и просто. В конкурсной работе требования были жесткие. Во-первых, материал изготовления. Игрушки победителей украсят рязанские елки.
елки, поэтому никакой бумаги использовать было нельзя. Номинаций было несколько: новогодний шар, снежинка, ретро-игрушка, новогодняя гирлянда-флажки. Самое же главное – новогодний персонаж. Им стал кролик, символ нового 2023 года. И несмотря на суровые требования, ребята активно включились в конкурс. Больше 2000 новогодних игрушек поступило почти из 200 муниципальных образовательных учреждений. Это школы, учреждения дополнительного образования и детские сады. Последние, кстати, отправили на конкурс больше всего елочных украшений. В конкурсе приняло участие более 167 учреждений различных городских образовательных учреждений. И ребята вместе с педагогами, со своими родителями делали игрушки, которые впоследствии украсят рязанские городские новогодние елки. Победителей наградили в музее рязанского шоколада. Притом не абы кто, а Дед Мороз со Снегурочкой. Ребята получили дипломы победителей и приняли участие в сладком мастер-классе. И как главный сладкий приз – интерактивная экскурсия по музею рязанского шоколада. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Главный подарок юным рязанцам, тот самый новогодний волшебник, уже тоже подарил. На Лыбинском бульваре открылся новый каток. Дело в том, что почту Деда Мороза буквально завалили письмами, в которых ребятишки и взрослые просили, чтобы зимой, несмотря ни на какую погоду, можно было бы покататься на коньках. И вот теперь это общее желание исполнено. На новом катке профессиональные рязанские фигуристки. В преддверии открытия они, что называется, тестируют лед. Выписывают спирали, крутят аксели, луцы. Тут и Ангелина Козырева, участница областных, межрегиональных и всероссийских соревнований по фигурному катанию, кандидат в мастера спорта. Валерия Костина, тоже кандидат в мастера спорта, участница финала спартакиады России, первенства России среди юниоров, чемпионата России. А вот и перворазрядница Екатерина Коровина, участница и победитель межрегиональных соревнований по фигурному катанию. На самом деле лед достаточно хороший, я думала, что будет хуже, вот, но кататься было приятно, удобно. Для профессиональных фигуристов, может, немножечко не очень, а для чтобы покататься, очень хороший. Фигуристок на катке сменили дети. Теперь лед предстояло исследовать им. Нареканий также нет. Хорошо, мне очень приятно кататься. Красиво. Каток на Лыбинском бульваре один из самых качественных. Здесь искусственный лед, которому температура окружающей среды не страшна. Работать он будет в любую погоду, говорят в администрации. Работать он будет ежедневно с 11 утра до 22.00. Сеансы по 45 минут. Затем идет регулярно заливка в течение 30 минут. И, соответственно, ждет новых посетителей катка также вот, согласно сеансам. Подарок нашему городу сделали партнеры. Каток будет с 25 декабря по 8. Вход на каток будет бесплатный. Поэтому приглашаем наших горожан, гостей города прийти, посмотреть город наш, прогуляться по Лыбинскому бульвару и, соответственно, провести активно свой досуг, катаясь на коньках на нашем чудесном катке. Всего в Рязани будет функционировать 35 муниципальных катков. Открывать их будут по погоде. Самый большой каток площадью 75 на 100 метров зальют на футбольном поле детско-юношеской спортивной школы «Золотые купола» на Первомайском проспекте. Ледовые площадки в рамках проекта «Городской каток» появятся в лесопарке, на Лыбинском бульваре, в сквере Скобелева и ЦПК ИО, у ДК «Приокский» на улице Интернациональной. Так что активно отдохнуть можно будет в любой части города. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Одной из главных тем уходящей недели была ликвидация последствий обрушения двух этажей здания по улице Пушкина. Уже во вторник на заседании правительства прозвучало заявление, что вопрос денежных компенсаций пострадавшим решен. Сумма, правда, будет разной в зависимости от ущерба. Кроме того, губернатор Павел Малков поставил точку в некоторых ранее неразрешимых вопросах. Заседание правительства Павел Малков ожидаемо начал с последствий обрушения дома на улице Пушкина. Вопреки палитре мнений в соцсетях, уже точно ясно, что расселения не будет. Глава Рязанской администрации Елена Сорокина твердо намерена дом отремонтировать. По вашему поручению, Павел Ильич, проведено обследование, экспертиза проработала. Сейчас готовится акт, но уже предварительные выводы. Дом восстановить можно. Поэтому параллельно ведем подготовку документов по аварийно-восстановительным работам. Понятно, есть какие-то прогнозы по срокам? Пока нет, готовится заключение, и там будет понятно, в какой период можно восстановить. Но
постараемся в максимально короткие сроки. Все люди размещены в центре семья, у родственников, и первый подъезд полностью вернулся в свои дома. Вопрос компенсации пострадавшим уже тоже решен. Необходимые изменения в проект по оказанию помощи внесены. И с завтрашнего дня деньги начнут выплачивать. Какие конкретно выплаты у нас будут? За вред здоровью от 200 до 400 тысяч. За повреждение и утрату имущества, тоже в зависимости от степени утраты на каждого пострадавшего. И, соответственно, за повреждение жилого помещения. Сейчас как раз с городом отрабатываем, какое количество квартир в это войдет. И выплаты на первоочередные нужды, как раз которыми сейчас будем снабжать, кто размещен у меня в ПВРе. 9 человек. Что же касается двоих непосредственно пострадавших при обрушении, то у обоих состояние сегодня стабильное. Правда, разной степени тяжести. Один пострадавший в больнице скорой медицинской помощи. Там легкие травмы, там госпитализация, реанимация не потребовала. Поэтому в отделении травматологии состояние удовлетворительное. Все идет, в общем-то, благополучно. Один пациент с госпитализированным ожогом в отделении областной клинической больницы. Процент поражения 60, ожоги неглубокие, его стабилизирование в течение суток. Сейчас, в общем-то, получает стандартную противоожоговую терапию. На контроле региональных властей вопрос с капремонтом 6 рязанских домов, которые прошлый подрядчик оставил, по сути, без крыши. Шанс на то, что Новый год они встретят в тепле, уже очень высок. До 20 декабря основной этап работы новый подрядчик обещает завершить. Там, в принципе, основное покрытие уже сделано, не сделаны только участки примыкания. Но причем, к сожалению, из-за такой погоды, даже через участки примыкания были протечки. Со всеми жителями мы отработаем, все повреждения отфиксируем и до конца года, соответственно, все эти протечки устраним для того, чтобы жители не чувствовали вот этого дискомфорта, который у них возник. Губернаторские поручения на местах уже начали выполнять, что называется, по-горячему. Ремонт крыши Кораблинской инфекционной больницы уже стартовал, срок поставлен до 25 декабря. Цена контракта – 2,6 миллиона рублей. Ремонт школы в Пихлице обойдется в 5 раз дороже. Там работы тоже идут, обещают все отремонтировать до 30 декабря. Еще одно поручение, патриотичное, касалось установки знаков «Рязанская область» на границах региона. Теперь они есть везде, в 9 местах. Озвучил Павел Малков и проблемы жителей поселка Дядьково. У нас в эфире мы подробно рассказывали о прорыве канализации в доме по улице Юбилейной. Сегодня в этой истории поставили точку. Решено поменять насос. Вы можете сейчас уже с уверенностью утверждать, что не затоплен дом? Да, мы с уверенностью утверждаем, что он не затоплен, подвал. И у нас в течение 2 дней с Нижнего Новгорода поставляют этот насос глубинный вместе с обвязкой, с оборудованием. И в течение 2 дней после поставки мы уже его устанавливаем. Хорошо. И проблема практически будет решена полностью. Да, хорошо, спасибо. Вот вы начали с того, что ситуация спорная, а в итоге страдают люди. Конечно, не должно такого быть, нельзя этого допускать. Тему поддержки участников СВО на заседании правительства подняла министр соцзащиты Наталья Суворова. Она заявила, что в Рязанской области уже есть бойцы, получившие повторное ранение в зоне военных действий. Для таких солдат региональный закон скорректировали. Теперь денежную компенсацию военным будут выдавать за каждое полученное ранение. История, достойная стать основой для фильма, произошла с рязанскими росгвардейцами. Выполняя задание в СВО, они из зоны обстрела эвакуировали пожилую женщину. Казалось бы, обычная история наших героев, но в Рязани она получила продолжение. Эта сентиментальная история спасения произошла в Донецке во время специальной военной операции. Тогда офицеры рязанского СОБРа выполняли боевую задачу в одном из населенных пунктов. В один момент меня по радиосвязи вызывают. Вызывает другая подгруппа, старшая другая подгруппа, просит подойти к ним. Ну, я выдвинулся к ним, спускаюсь в подвал. И в процессе разговора выясняется, что в подвале находится Нина Васильевна. Нина Васильевна – 74-летняя пенсионерка. В подвале она укрывалась от артиллерийских обстрелов со стороны Украины. Еще ночью, говорит, к ней приходили солдаты ВСУ и светили в окна дома. А позже начались обстрелы. От огня женщина укрылась в подвале. Там ее и обнаружили собровцы. Одинокую пенсионерку, читающую Евангелие. Открыл Библию. В Библии было стихотворение, посвященное подруге и посвященное из Рязани. Вот так вот мы слово за слово начали общаться. И узнали, что Нина Васильевна из Рязани, и мы из Рязани. Вот таким образом мы познакомились. Стихотворение было написано подругой Нины Васильевны про поселок Сапожок. Бойцы СОБРа спросили тогда, знает ли женщина, где эта самая Рязань, и уж тем более, где Сапожок. Думаю, что я живу
он украинец, значит, я украинка, так ведь ты подумала. Да. И я и разговаривала так, ну, много употребляла очень слов украинских. Вот. И я, да, нет, я родилась, я знаю Рязань, а знаете, сапожок. Я, конечно, знаю, в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м классе там училась. Нина Васильевна родилась и выросла в Рязанской области, а выйдя замуж, переехала на Украину. Там она работала учителем начальных классов. После смерти мужа самостоятельно переехать к родственникам в Россию она не смогла по состоянию здоровья. Бойцы СОБРа оказали женщине первую доврачебную помощь и связались с ее сыном, с которым женщина не виделась почти 10 лет. А после скомандовали, мол, собирайтесь, завтра в час дня мы за вами приедем и заберем вас на родину. О встрече с пенсионеркой офицер доложил руководству. Ответ был однозначный. Эвакуируйте. Я уже получила паспорт российский. Теперь я уже гражданка России. Присягу давала, клятву давала. Горячо любить свою родину. А это уже кадры встречи бойцов Рязанского СОБРа с Ниной Васильевной на малой родине, в Рязани. Женщина прошла необходимое лечение, получила гражданство. Говорит, благодарна всем рязанцам. Переехала она почти без гроша в кармане. Однако, как говорится, с миру по нитке. В ближайшее время Нина Васильевна переедет к сыну, который проживает в Сибири. Благотворительный фонд «Мамино сердце» готовит новую гуманитарную поездку на Донбасс. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу сообщил председатель его попечительского совета Владимир Бурмистров. Экс-чиновник городской администрации уже и сам побывал с миссией в зоне СВО, а теперь старается охватить как можно больший круг пострадавших и беженцев. Попечительский совет благотворительного фонда «Мамино сердце» экс-замглавы Рязанской администрации Владимир Бурмистров возглавил совсем недавно, но его результативность уже сегодня не вызывает никаких вопросов. И те, кто приехал в Рязань, и те, кто все еще остаются на новых территориях – это наши люди. Им помощь и поддержка сегодня нужны как никогда. На территориях после прохождения там военных действий ряд городов остались, и люди остались в очень плачевном состоянии. Это финансовое, материальное состояние, не хватает лекарств, медикаментов, средств личной гигиены. И эти люди по каким-то причинам уехать не могут оттуда на сегодняшний день. Остаются там, принимают решение остаться на этих территориях. И им надо помогать вот по этим категориям. Мы связываемся с местными администрациями, с военно-гражданскими администрациями, общаемся, они дают нам заявки о потребности. Потом мы транслируем это здесь, начинаем собирать, сами вкладываем деньги, свои пожертвования. К вам приехали сегодня благотворительные помощи ребята из Рязани. Владимир Бурмистров, вы организовали этот приезд, привезли детей. Таких эпизодов у фонда «Мамино сердце» уже несколько. Были уже поездки в Харьковскую область, Херсонскую. Везут самое необходимое. Кстати, про тех, кого эвакуировали, например, в Рязань, благотворители тоже не забывают. Мы взяли шефство. Там порядка 100 человек, из них 60 детей. Они находятся в 2 пунктах временного размещения. Мы взяли над ними шефство, мы им собираем средства личной гигиены, мы лекарства передаем, одежду зачастую, и устраиваем мероприятия развлекательного характера для детей, мастер-классы. Ходим, вводим их в кинотеатры, в музеи, всякие спортивные мероприятия. Мы сегодня с ребятами готовим бельгийские вафли. Вот процесс можно посмотреть прямо сейчас. Мне очень радостно, что наша кофейня сотрудничает с фондом «Мамино сердце». Мне очень интересно участвовать в благотворительной премии «Березка», потому что каждый день с нами происходит что-то необыкновенное. Ребята готовят вафли, сами их украшают, сами готовили тесто. Рязанские предприниматели на зов «маминого сердца» откликаются все чаще. Причем речь идет уже не столько о покупке товаров, сколько о сфере услуг и помощи в обычной жизни. Это рестораторы, это медицинские клиники, это парикмахеры, это профессиональные психологи, профессиональные юристы. То есть уже формируется такая команда волонтеров-единомышленников, пул, да, которые болеют этой темой и готовы помогать. Это кинотеатр, это гостиничный комплекс. Я сейчас не буду конкретизировать, да, эта информация есть на сайте, но действительно очень много людей начинают вовлекаться в эту работу и делают очень полезную, общественно полезную работу. Сегодня благотворительный фонд «Мамино сердце» готовит еще одну поездку с гуманитарным грузом в зону проведения СВО. Владимир Бурмистров готов ее возглавить, а еще экс-чиновник высказался по нынешнему положению дел в хозяйственной части Рязани и прокомментировал ситуацию с общественным транспортом. Все это и не только в программе «Городские встречи». Эфир в самое ближайшее время.
В детском стационаре областного клинического наркодиспансера готовится перейти на новую методику лечения и реабилитации наркозависимых подростков. Это уже будет целый комплекс процедур с привлечением серьезного набора специалистов. Лечить умы и души ребят с улицы будут даже священники. Ясные эмоции, грусть. Это групповое занятие с подростками, лица которых по понятным причинам мы скрываем, для многих юных пациентов наркологического стационара едва ли не главная отдушина. Помимо, собственно, лекарственных препаратов, восстанавливающих организм, здесь теперь практикуют и лечение душевное. Ну, то есть наполняют смыслами практически каждую минуту свободного времени. Этот комплексный подход к реабилитации эффективен для взрослых, теперь его будут применять и к подросткам. Понятно, что это потребует увеличения времени нахождения в диспансере с 2 недель до 3 месяцев, но эта мера себя оправдает. Принято решение на переход от чисто лечебных к лечебно-реабилитационным программам и как раз с привлечением всех смежных специалистов, которые также будут курировать вот эти развивающиеся системы организма, то, что мы и нервную систему затронули, и эмоционально-волевую сферу посмотрели, то есть та же физиотерапия, она и уровень раздражительности снижает, и уровень агрессии снижает, и помогает развитию именно духовной сферы. Сегодня этот стационар для юных наркозависимых на 10 коек занят лишь наполовину. Но внимание к своим подопечным у врачей областного диспансера меньше не стало. С ними ведут беседы, ребята играют настольный теннис, лепят вот такие забавные поделки, чтобы не думать о том, куда им предстоит возвращаться. Новое время порождает новые виды наркотиков. Сегодня подростков травят в основном синтетикой, так называемыми солями, после разового употребления которых, например, восстановление нейронных связей в мозгу занимает 14 дней. Взрослому сложно, что уж говорить о детях. Хотя причина наркозависимости у них сегодня уже не столько биологическая, сколько социопсихологическая, говорят врачи. Социологическая составляющая, она помогает человеку вернуться в общество. Потому что если посмотреть на ребенка, да, на подростка, как проходила его жизнь, там ранние воспоминания он не помнит, потом у него были какие-то, например, проблемы в семье, насилие, либо родителей вообще не было. Остальные воспоминания, связанные с употреблением наркотиков, употреблением алкоголя, и, в общем-то, человек другой жизни-то и не знал. Поэтому мы должны вернуть его в общество, показать ему, а что еще есть. Потому что ребенок, он же как белый лист, он этого не знает, просто того, что взрослые уже знают. Он не видит альтернативных путей. Поэтому их нужно показать. Один из альтернативных путей поиска смыслов для подростков – общение со священниками. И в областном наркодиспансере с приглашением представителей церкви решили не затягивать. Говорить о Боге станет еще одной частью комплексного подхода к реабилитации. Каждый год 13 декабря православные верующие чтят память апостола Андрея Первозванного, одного из ближайших учеников Иисуса Христа. Прозвали так апостола в связи с тем, что именно его Спаситель позвал первым вслед за собой для несения проповеди по городам и странам. В этот день митрополит Рязанский Михайловский Марк совершил божественную литургию в Христорождественском соборе. И посети виноград сей, и утверди, его же насади. Десница Твоя, апостол Андрей Первозванный – это один из 12 учеников Иисуса Христа. История его известна многим, она даже повлияла на творчество группы «Наутилус Помпилиус». Да, именно в той самой песне описывается путь становления апостола. Вместе со своим братом Петром они были рыбаками. И во время ловли рыбы Иисус увидел их и произнес: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». И братья последовали за Спасителем. Апостол Андрей называется апостолом Первозванным, поскольку он первым был призван Спасителем. Если мы посмотрим на историю учеников Христовых, то увидим, как быстро они оставляли все земное и следовали за Господом. Не случайно одним из частых наречий, которое употребляется в рассказах о призвании апостолов, является наречие «тотчас». И ученики тотчас, оставив все, последовали за Господом. После воскрешения Христа апостолы бросали жребий, кому и в какие земли идти с проповедью. Апостолу Андрею выпала территория побережья Черного моря, Дуная, Днепра. Считается, что он зашел на гору, где впоследствии возник Киев, а также дошел до племен, проживающих на территории современного Новгорода. Но самое главное – это тот факт, что он
вступил на пределы русской земли и благословил ее. Таким образом, мы воспринимаем его как того человека, который непосредственно от Христа передал в пределы нашей земли свет Христовой веры. Андрей Первозванный считается покровителем российских моряков. Например, в житии описывается случай, когда он воскресил 40 утонувших моряков, казнил апостола правитель греческого города, распял на косом кресте. Крест точно такой же формы изображен на флаге Андреевском, то есть флаге российского военно-морского флота, еще со времен Петра I. Потому православные в этот день и молятся Андрею Первозванному о защите родины, семьи, мореплавателей, а также об усилении веры и единстве людей. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго.